Итак, работаем, собираем ежевику. Для первого года, когда идет сбор урожая, в принципе, очень даже и шикарный показатель. В прошлом году мы ее только высадили. Сейчас же мы первый год как собираем ягоды. Ягода есть крупная. Вот такая хорошая. Есть средняя, есть и мелкая. Есть разное и всякое. Специально мы несколько передерживаем ягоду на кусте, чтобы максимально набрало сахара и отрыв. Вот буквально показываю двумя пальцами. Раз, два и поехали дальше. Если ягода не снимается, то пропускаем, идем дальше, уберем не сегодня, а завтра, послезавтра. Главное, чтобы вкус был просто бомбический. Вот такой средний размер идет. Нормально собирается. О! И транспортировать нам недалеко, поэтому подойдем еще сюда, покажу. Поэтому мы максимально стараемся, чтобы вкус был на уровне по максималке. Сорт Тройная Корона, второй год вегетации, и чувствует себя ежевика здесь ну просто супер. Вот одна веточка еще цветет, шикарно. Здесь еще зеленые, но я думаю август месяц будем мы работать шикарно с этим сортом.